Государственные вузы приобретут статус некоммерческих акционерных обществ. Изменения коснутся 28 университетов по всей стране. Это позволит коммерциализировать инновационные технологии и открывать новые научные предприятия. Как подчеркнули в Минобразовании, трансформация ориентирована на опыт Назарбаев университета. В ведомстве намерены увеличивать академическую и управленческую самостоятельность вузов. Новшества затронут и образовательные программы. Их теперь будут составлять в соответствии с потребностями рынка труда. А в их разработке смогут участвовать потенциальные работодатели. При каждом университете будет действовать наблюдательный совет. Его функции станет контроль за программой развития и целевым использованием финансовых средств. Вузы имеют право открывать свои структуры, как и касательно образовательных структур, это в зависимости от цели, те же самые бизнес-школы. Также они могут открывать свои структуры по научно-инновационной деятельности. Также немаловажным аспектом является, что в настоящее время в рамках этого закона будет пересматриваться в целом классификатор специальностей, который предполагает постепенный переход к международным стандартам, учитывая, что наши выпускники уже работают на международном рынке труда, чтобы их базовые компетенции и подготовка по специальности соответствовала международному опыту.